Вирус Эбола в Либерии распространяется с огромной скоростью. С таким заявлением выступили представители Всемирной организации здравоохранения. Они прогнозируют, что за следующие 3 недели заразятся многие тысячи человек. По мнению экспертов ВОЗ, предпринимаемые меры, хотя и довольно масштабные, не способны остановить распространение смертельной болезни в этой стране. Либерия больше других государств Западной Африки пострадала от вспышки геморрагической лихорадки. По данным, на конец минувшей недели там скончались 1089 заболевших. Всего в 4 странах – Либерии, Гвинеи, Сьерра-Леоне и Нигерии – 2105 жертв. На этом фоне нигерийские власти сообщают, что им распространение эпидемии удалось сдержать. По их словам, в изоляторе Лагоса остается лишь один заболевший.